Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивую ажурную ленту в технике ленточного кружева. Для выполнения нашей ленты нам понадобится пряжа секционного крошения и крючок. Начинаем работу с 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И замыкаем в кольцо соединительной петлей нашу первую воздушную петлю. Выполнили. Далее выполняем 19 воздушных петель. Первая из которых это воздушная петля подъема. Выполняем 19 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Выполнили. И далее мы с вами, как я и говорила, первая петелька это у нас с вами одна воздушная петля подъема. Мы вводим в нее крючок и выполняем соединительную. Вот такое большое красивое колечко у нас с вами получилось. На 18 воздушных петель. Далее мы с вами вводим наше кольцо, крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Работу разворачиваем и провязываем над в наше колечко, над вот этой частью арки, провязываем 16 столбиков без накида. Вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16. Выполнили. Столбики можно немножко вот так подтянуть парочки аккуратненько. И теперь мы с вами работу разворачиваем и выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь вводим крючок в четвертую петлю от крючка. Раз, два, три, четвертая петля от крючка. Выполняем соединительную. Мы с вами выполнили пико на воздушной петле. Теперь выполняем еще одну воздушную петлю и отступаем от начало ряда, пропускаем первый столбик, второй, в третий столбик от начала ряда, вводим крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее выполняем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Теперь мы с вами обратите внимание, захватываем верхушку нашего столбика без накида и боковую петельку или боковую ниточку нашего столбика. Хорошо видно. Вводим крючок, вытягиваем рабочую нить. Теперь вводим крючок в колечко и вытягиваем рабочую нить. Все три петельки провязываем вместе. Мы с вами выполнили два столбика без накида, только один мы выполнили в верхушку столбика, а один выполнили в колечко. Мы с вами выполнили два столбика с общей вершиной. Далее мы с вами работу разворачиваем и под нашу арочку из 12 воздушных петель мы будем провязывать 16 столбиков без накида. Провязываем раз, берем поудобнее. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16 столбик. Смотрим, хорошо видно, вот у нас арочка обвязана нашими столбиками. Работу разворачиваем. Аккуратненько разворачиваем. И выполняем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в 4-ю петлю от крючка. Выполняем соединительную. Далее выполняем 1 воздушную. И отступаем от начала ряда. 1, 2, 3, 2 столбика. В третий столбик вводим крючок. Выполняем столбик без накида. Выполнили. И работа у нас с вами будет повторяться. Опять выполняем арку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводим крючок в верхушку нашего столбика без накида и за боковую ниточку цепляемся, вытягиваем рабочую нить, вводим крючок в колечко, все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Выполнили. Опять выполнили мы с вами арку из 12 воздушных петель. И далее мы работу разворачиваем и обвязываем нашу арку также столбиками без накида. 16 штук должно быть. Таких арок обвязанных у нас с вами должно быть 5. Мы с вами 2 выполнили. Осталось обвязать 3-ю и еще выполнить 2. Мы с вами выполнили первый частичный мотив или элемент, с которого начинается наша лента. Как я и говорила, мы выполнили 1, 2, 3, 4, 5. Всего 5 таких сегментиков или секций, из которых и будут состоять наши мотивы, которые мы дальше будем с вами вязать в ленте. Что мы с вами выполняем далее? Мы после того, как выполнили столбик без накида, выполняем 7 воздушных петель. Напоминаю, в последнем, 5-м нашем сегментике. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее вводим крючок в верхушку столбика и цепляемся за боковую нить или за боковую петельку столбика. Вытягиваем рабочую нить и выполняем соединительную. У нас с вами вот такое колечко получилось из 7 воздушных петель. Далее мы по верхушке наших столбиков аккуратненько, не спеша, выполняем соединительные до конца ряда. Аккуратно, не спеша. Напоминаю вам, что соединительные должны четко повторять верхушечку вашего столбика. Они не должны быть очень затянутыми и в то же время не должны быть очень свободными. Все соединительные петли должны быть одинаковыми, красивые и аккуратненькие. Дошли мы с вами до конца нашего ряда. Осталось выполнить 1 и последнюю соединительную. Выполнили. Работу разворачиваем и выполняем 12 воздушных петель. То есть, как и ранее, мы с вами выполняли арочку из 12 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводим крючок в наше колечко и выполняем столбик без накида. И как и ранее с вами, работу разворачиваем и выполняем 16 столбиков без накида вокруг нашей арки. Подарочку нашу. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16 столбик. Работу разворачиваем. Выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в четвертую петлю от крючка. Выполняем соединительную. Далее выполняем воздушную. Отсчитываем 1, 2. В третий столбик вводим крючок. Выполняем столбик без накида. Давайте посмотрим. Вот у нас с вами уже начался следующий мотив. И теперь, как и в предыдущем частично связанном мотиве, мы с вами что делаем? Мы с вами выполняем арочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вводим крючок в верхушку нашего столбика. Захватываем боковую петельку, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, вводим крючок в колечко, все три петли провязываем вместе. И далее работу разворачиваем и обвязываем нашу арку 16 столбиками без накида. Опять же, таких сегментов в этом мотиве мы будем выполнять 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Таких сегментиков. Хорошо видно, мы с вами во втором нашем частично связанном мотиве мы выполнили тоже 5 сегментиков. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо видно, каждый сегмент у нас состоит из арки и столбиков, обвязанных, которые обвязывают эту арку. И далее, для того чтобы приступить к выполнению следующего нашего частично связанного мотива и элемента, мы с вами делаем, опять же, делаем арочку из 7 воздушных петель. То есть выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И закрепляем ее соединительной петлей в верхушку столбика без накида. Захватим при этом 2 ниточки. Вот наше колечко готово, в которое мы с вами потом столбики без накида будем провязывать. И теперь соединительными опять до конца ряда мы проходим, аккуратненько, не спеша, для того, чтобы приступить к выполнению следующего элемента нашей ленты. Аккуратненько в каждую петелечку. Верхушку каждого столбика мы с вами провязываем соединительную. Напоминаю, все соединительные должны быть аккуратненькие, ровненькие, не вытянутые, не стянутые. До конца ряда выполняем. Осталась еще одна у нас с вами. И вот хорошо видно, мы с вами работу далее разворачиваем, выполняем арку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И выполняем столбик без накида в наше колечко. И вот арочка следующего нашего элемента готова. Опять же, разворачиваемся, обвязываем ее 16 столбиками без накида и продолжаем работу. У нас с вами будет получаться вот такая интересная лента. Мы с вами научились вязать красивую ажурную ленту. Давайте посмотрим. Наша лента получилась двусторонняя. Она одинаково красиво смотрится и по лицевой стороне, и по изнаночной. Очень красиво будет смотреться пояс, если вы выполните его из такой ленты. Если же вы возьмете пряжу немножко толще, то у вас получится красивый и интересный шарфик. Творческих вам
успехов!